Всем привет, с вами Некромас, и сегодня мы чуток погоняем в Red Out. Это такие космические, можно сказать, гонки. Когда-то давно я ее играл, ну в смысле она называлась тогда по-другому Wipeout. Это было на первой Соньке, если я правильно помню. Очень прикольные гоночки. Посмотрим, надеюсь, за музыку нас не забанят игровую, но... Потому что тут музыка просто офигенная. И вообще это все офигенно. Вот. Я сколько пробовал вот эти быстрые гонки. У меня ни хрена не получалось. Я максимум приезжал седьмым. Давайте для начала погоняем. Вот типа выбираем. Это самое. Точно не эту трассу. Берем Каира. Но это так будет для прикола, чтобы познакомиться. А потом мы с вами пойдем карьеру играть. Так, старт рейс. У нас нету никаких этих. Там видели, можно вставить в машинку эти типа апгрейды. Ну, пауэрапы так называемые. Вот, слева это наши жизни машинки. Справа это энергия турбо, которая накапливается. Чем больше накапливаешь, тем больше получаешь как бы ускорение. Но, короче, вот. Сами видите, что это такое. Конечно, очень весело гонять. Мне лично пофиг эти места. Мне нравится музыка, нравится вот это все. Когда задеваем, короче, у нас как бы корабль бьется. Вы видите, уменьшается полоска и сильно скорость теряем. Но если мы какое-то время летим, ничего не задавая, не задевая, оно восстанавливается. Ну, как видите, я еду последним. И догнать у меня никого нет шанса. Можно менять, кстати, вид. Есть такой вид. Не там турбу использовал. Есть такой вид. У кого-то начали догонять понемножку. Есть такой вид. Ауч. Ну и есть такой, каким сначала ехал. Осталось два круга, ну один круг можно считать. А я опять там, наверное, джойстиком шучу. Ауч! Мой рекорд тут ниже 1.04. Хотя и ехал последний. Но это мой личный рекорд. Это, наверное, все-таки дело практики, хотя, не знаю, что-то они очень неповорот, ну, как бы, я не понимаю, как они так летят, ничего не задевают фактически, там последний только бывает, а все остальные, как едут, вообще нет, стенок не задевают, у меня никак не получается. Ну, вот, приехали последними. Вот финиш. Ладно, посмотрели начало, типа попробуем сейчас это самое. Да-да, все-таки пойдем в карьеру. Все на английском языке, нету вообще выбрать другой язык. Я не нашел хотя бы, не знаю.
Также можно, как видите, если с другом, типа на разделенном экране, но это тупо. И можно в онлайне тоже гонять, но мне, наверное, туда рано. Попробуем так погонять пока. Так. Типа сейчас надо выбрать нам кораблик. Первый кораблик наш. В общем, у меня либо этот, либо этот. Но у этого маленькая скорость, но он как бы и мало. Вот видите, данные там. Он быстро заряжается, у него энергия там, что-то там. Грипп тоже неплохо, но мало жизней и максимальная скорость. Давайте все-таки, а у этого, ага, мало жизней, мало энергии, малая скорость, но зато большое, как бы это устойчивость, максимальная скорость и ускорение. Хрен знает, кого брать. Этого или этого? Это который. А давайте на это погоняем. Ну давай. О, как раз. Ну я, конечно, за столько не проеду. А, и тут нам на время надо проехать. Чтобы получить золото 1.02500. Ну давай, что делать? Вилком триал. Без позишн. Давайте. Попробуем. Не совсем я тут понимаю. Как тут что? Ой, погоди. Сори. Я тут это. У меня там провод запутался. Чего? Ай, во как тут. Тут двумя этими надо управлять. Да ну нафиг. Нифига себе тут. Нихрена себе. Не, ну мне так затрудно.
звучит. Еду хуже. Забыл. А тут надо нос поднимать, типа. Ах ты ж, блин, не попал. 1-0. Да. Ну, серебро получили. А, и 3300 у нас второй уровень. С третьего уровня у нас появятся эти, как их, блин. С третьего уровня появляются... Блин, забыл. Ой, эти пауэрапы. Так, давайте Калима Рейс. Симум. О, мы другую... Смотрите, мы открыли трассы другие. Давайте все, вот это все проедем с вами. Это за 45 секунд проехать. Ну, давайте проедем. Ну, машинку мы, ясно, покупать не можем, не за что нам. Да? А. 6500 стоит, видите? А, сейчас любая машинка нам будет стоить 6500. Ладно. Давайте, поехали. Ясно, мы за гонку мало получим. Но хотя тут всего-то 5 этих соперников. 6 мест. Для вас есть, кстати, забыл сказать, хорошие новости. Мне завтра привезут на пользование камеру. Кстати, мы едем Пуре рейс, то есть гонки, где нельзя устанавливать эти, как их, блин, апгрейды. Ну, не апгрейды, а эти пауэрапы. Как бы дополняшки там какие-то. Вот видите, у нас квадратики перечеркнуты. Ну, там мы что-то будем вставлять в свой кораблик. И также будет потом его класс увеличиваться. Ни хрена себе, я тут вторым еду. Нормоз. Нормас, некромас. Блин, забыл, что надо нос поднимать. А это последний круг вообще. Надо удержаться как-то. Ай-ай-ай. Ну, спасибо. Сильвер. Ну чё, качаемся. А уже можем другую тачку купить. Ой.
Что-то у меня с голосом стало. Так, это прошли. Давайте Симум. Симум. Что за Симум? И Хамшим Свингрейс. Что за Свингрейс? Я такого даже не видел. Ну что, поехали. Симум. Пуля тайм атак. Это что за рельсы такие? Ущит, не надо было это делать. Я эту трассу вообще не знаю. Офигеть. Офигенно. Обалденно. Я охренею. Вау. Упал, мам. Опять серебро получим. Ну за 45 вряд ли тут проеду. Я сейчас вообще машину разобью. Да знаю, что деньги. Сейчас взорвемся. Вот. Виноват. Не сразу видно, сколько времени потеряли. Ну, у нас лучшее время будет 47. Там с чем-то. Погодите, а если мы лучше проехали, чем 48? Мы же лучше проехали. У нас лучший круг 47. Может даже золото получим? Не знаю. Сильвер. Сильвер так сильвер. О, у нас третий уровень, мы же можем пауэрап открывать. Че, проехали. Unlock Power Ups. Что за Power Ups? Давайте смотрим. Вот. You can purchase and install Power Ups on your ship. Active Power Ups need to be manually fired during a race. Passive Power Ups give your ship some special traits. You can... Ага. Так, ну-ка. Imp Blast Energy Drainer. А как мне знать, которые... Ай! Turbo Boost. Repair Drone. О, можно типа... Типа установить типа робот, который... Так, а как мне... А тут что? No Power Up. Ага, увеличивает типа, ну, это самое, турбо и энергия лучше. Вот это нам надо, на этот кораблик. Тут что? У нас 9000 есть, да? Давайте поставим вот это для начала себе.
Сники-сники. Погоди. Я еще это хочу. Вот это хочу. Робот, да? Его когда проапгрейдим, он еще даст нам для скорости бонус. Три тысячи надо, чтобы апгрейдить его. Так, что там? А, Хамсим Симгрейс. А, здесь нельзя, да? Да, видите, зачеркнуто. Эй! Ты чё творишь, ты? Бым. Да уж, трасочка. Ну, короче, я тут последним, походу, приеду. Не последний. Блин, прикольная игра. Привыкнуть надо, конечно. Но двумя этими управлять еще кнопками. Это пипец. Чу, привет. Блин. Бабах. Ах ты ж, блин. Пятым приехал. А, и тут шесть всего. 42 секунды. Да-да, я приехал. Все равно получил. Ну чё? Я потом, конечно, проеду за кадром. Давайте еще посмотрим что-нибудь. Что тут у нас еще есть? Как понять Swing Race? Simum Challenge. Ладно, давайте вот этот Simum Challenge проедем еще. А эта трасса, это вообще ужас. Я ездил. Я не представляю, как там за 44 секунды проехать. Но давайте попробуем. Может, тут эти будут работать. Да, тут работают. Правда, как включать наш этот, я не знаю. Репайр. Ай, знаю. Вот, видите, нас чинит. Забыл просто. А, ездили мы тут. Четыре круга. А, кого-то выбили уже. А, и тут же этот. Кто последний, тот это улетает, короче. Неужто мы первым приедем? Тут. Блин, классная игра. Офигенно классная.
Я просто балдею. Смотрите, у меня достижение. Вызов этого, как его, Хьюстона. Ну чё, мы вдвоем остались. Но он где-то очень далеко, как я понимаю. Чё, я так круто еду, что ли? Блин, опять в этого не попал. Ну, я потом поезжу тут за кадром. Первый голд медал. Я хотел типа денежки набрать, так по идее. Ну да, до четвертого. А, и тут видеть, хотя, а, ну тут можно куда хочешь идти. Давайте еще эту проедем и все, потому что это. Ну, попробую. О, эту трассу я даже не видел. У меня закрыто, типа, что-то там купить, мол, надо. Может, просто надо их здесь открыть, в карьере, типа. Потому что, как говорил, эту игру можно бесплатно получить в эпиках. И это не простая версия, а enhanced. То есть, ну, как бы, расширенная, как это. Ну, давайте попробуем. Это будет последняя гоночка. Для знакомства, думаю, хватит. Вам сами увидели, что игра просто офигенная, обалденная. О, тут с этими будет переворотами, как я понимаю. Либо тут просто так показывают. Ай, вот тут как. Тут надо держать, чтобы он чинил. Если отпускаешь, он перестает чинить. Ау, щет. Чуть кое-что не сказал. Ну, мы получили с вами бронзу хотя бы. Уже точно. Ауч. Золото вряд ли мы получим. А, хотя, можно робота же улучшить. И он еще и будет, пока чинить будет, он еще нам будет давать этот прибавление к скорости. Блин, не попал. Ага. А, до серебра не дотягивал. О, дотягивал уже до серебра. Но только до серебра.
уже не дотягиваем. Уже намного хуже. Ну что поделаешь, получим бронзу. Почти на секунду хуже едем. Ну чё, две штуки получились, что плохо, что ли? Так, погодите, я хочу еще. Так, давайте сейчас. А как понять, один из четырех это сто, что столько я поставить могу? Repair дрон. А я апгрейдить хочу. А как его апгрейдить? Ай, понял. Квадратом апгрейдить. Да. А, его, видите, это у нас... Блин, я не то проапгрейдил. Вот, видите, 4 уровня всего есть. Давайте еще что-нибудь проедем. Так, второго уровня, да? Давайте проедем. Не, эту не хочу я. Кайро Камшим. А, мы это не... Давайте, которую не проехали. А, хотя там не будет действовать это все. Давайте вот здесь проедем. Я эту трассу даже не видел. Ни хрена себе. Это шаляска. Ну, будет мне. Ну, видите, у них уже тоже эти есть всякие фиговины. Это, наверное, надо до максимума прогреть. Что-то я не заметил эту скорость. Хотя, может. Блин, обалдеть! Как кайфово! Я просто балдею тут! Ой, блин! Немножко не попал. А я какой? Четвертый. Баки с этими кидаются. Ауч. А, это все этот первый, я его... То я его обгоняю, то он меня. Золото.
medal awarded. Чпонг. А у нас пятый уровень уже. Кто-то там еще едет. Последний, который. Ну что, ребятки, на этом заканчиваем. Хватит, наверное. Я, конечно, с удовольствием тут покатаюсь потом. Так, погодите, давайте еще проапгрейд же. Repair Drone 9000. Ух ты. Давайте проапгрейдим. Пока что так. Покатаюсь я там за кадром. В общем, наберу еще денежки. Посмотрим, что дальше будет. Вам всем удачечки, здоровечка. О, следующий, смотрите, 15 тысяч апгрейд. Было очень весело. Мне лично очень игра понравилась. Что-то тут объяснять, по-моему, не надо. Сами видели, меняются гонки, меняется там то все. В общем, весело, интересно и поднимает настроение. Вам всем удачечки, здоровечка. Как бы радуйтесь жизни, находите в ней что-то красивое, веселое. С вами был Некромас, мы немножко погоняли в Редауте. А теперь до новых встреч на стримах, на видео. Пока-пока.